Привет всем! Мой сын купил замечательную вещь в дом. Это печь для приготовления домашнего хлеба и пиццы. И называется эта печь «Табун». И пригласил нас на первое, вот так скажем, испытание этой печи. Организовал нам вечер пиццы. Тесто он заготовил заранее, накануне. И мы стали свидетелем, как это тесто в его ловких руках превращается в вкуснейшую пиццу. Все руками, не раскатывает, а руками превратил кусок теста, шарик теста, вот в такую основу для пиццы. И покрывает ее тертыми томатами. А сверху, конечно, сверху сыр. Для этой цели он купил несколько видов сыров. Будет несколько пицц. Вот на эту конкретную пиццу пойдет моцарелла. Так как все готовится руками, не ножом, а красиво разламывается эта моцарелла, шарики моцареллы, и раскладывается на помидорную основу. Но кроме этого, сейчас будет еще что-то. Вот еще тесто. А будет еще грибы. Пицца собрана. А теперь очередь оливкового масла. Оливковое масло придает особый аромат. Все же пицца родом из Италии. И оливковое масло тоже. Они дружат. А вот эта печь. Включается на расстоянии. Такой пульт, пистолет-пульт. И температура регулируется тоже через него. При помощи этой лопаты выложили пиццу в печь. Все собрались вокруг, всем интересно, но в первый раз. И смотрим, как поднимается тесто в печи. Пришло время поворачивать. Вы знаете, надо отточить эти движения. Приходит с опытом. Это первая пицца, не забывайте, в этой печи. Чуть-чуть подгорела, но не страшно. Посмотрите, как расплавился сыр. Все, пицца готова. И теперь она пойдет на стол. Первая пицца готова. И идет на стол под наши овации. Действительно получилось очень вкусно. Потом было еще несколько других пицц и с тунцом, и даже с ананасом, и с разными сырами. Наелись от души и сказали сыну, что мы теперь будем часто напрашиваться на пиццу. Это очень интересно, не только вот вкусно поесть, а сам процесс приготовления, ну, очень красиво и очень вкусно. Надеюсь, мой ролик вам понравился. А если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч на канале. Всего вам самого доброго!